Так, всем привет, с вами Алекс, мы играем в Майнкрафт, мини-режим, Battle Wars. Давайте сразу же сломаем кровать, нет, нельзя нашим, жалко. Ну чё они так долго стоят около бронзы? Поставим броньку, чуть-чуть броньки и мечик. Сейчас так накопим, пойдем. Не на середину. Ладно, пойдем на середину сначала. Давай стак. Еще две бронзы. Давайте еды сначала купим. Еще на чуть-чуть. Столько еды. Давайте. Где броня у нас? Дайте одну золото. 5% грамотный. Ай, одну золото. Да, ай. А, они уже не застраивают. Ну зачем так? Ладно. Пойдемте на середину. К нам сюда красный зачем-то бегут. Я не знаю зачем. Давай сваливать сюда. Красный. Пошел отсюда в жопу. Ах ты ж... Тварь. А, пофиг. Все равно вещи хреновые были. Они нас не пробьют наверняка сейчас. Что им кирка сначала нужна. Что меня пацан напрягает. И что он сделает? Эти пойдут к ним. Уже хочу еще голосовой чат нельзя писать. Блин, пошел нахрен, тупица. Пошел нахрен. Понял, тварь. Пошел нахрен. Сейчас забьем тебе, понял? О, косос. А, уже скинули. Я уже не знаю, вся команда наша пыталась его уничтожить. И все-таки мы уничтожили его. Ставься, это уже сталь тупая. Так, а вот бегут люди сейчас сюда красные. Так, сейчас нужны блоки. Давайте хотя бы столько блоков купим. 20 блоков, я думаю, уже рассчитал на 4 блока, если честно. Ты что сюда сделаешь, я не понял, а? Пошел в жопу. Достали меня такие люди уже. Пытаться нас победить. Куёпта! Твою дивизию. Блин, лагает. Залагал сейчас только что. Так, я что-то пробежался, так зачем там много? Я застал бароньку. Бронзу, то есть. Бароньку, твою дивизию. Палочки, всем палочки, берите палочки. Твою мать, что он делает? Все. Побежали на центр. Уничтожать их. Варваров! Ладно, одну палочку только уж выкину. Чтоб не было перевеса. Перевес в Майнкрафте, офигеть. Перевес в Майнкрафте. Алмазы добыть хочется этой камень. То есть деревянной киркой. Каменной киркой. Так, отсюда осталось выбраться. Мы сломали кровать. Ура! Твою дивизию, слушайте. Я застрял здесь. Мне золото нужно больше вас.
Я убью за золото, уничтожу за золото. Что он тут ищет твою мать? Мне нужно. Да, золото мое. И, блин, еда заканчивается. Ой, твою дивизию! Вот тварь, реально. Золото выкидываем, идем рашить. Пока. Ах ты ж, тварь, ты где... Как он мне-то тронулся уже? Блин. Неудобно стоять. Кирка, все, погнали. Что тащим, ребята? Давайте к роботам пойдем. Запалил. Это синий, давайте поможем синему нашему. Давайте поможем. Пока. Пока. А, ну вот, все, побежали. Чё-то у меня запись остановилась, не знаю почему, ну ладно, пофигу. На красных один человек, если пост живет. Не везет пацану Соне. Тихо, давайте так попробуем. Будет смешно, если нет. Блин, все-таки пацан. Было бы смешно, если бы они подумали, что я их. И прикольно заодно. Что хотелось бы так сделать? Тихо, тихо. Блин, не допрыгнул. Пипец, я падаю. Все, побежали. Мы должны желтых, либо кого-нибудь еще завалить. Тихо, тихо, давайте. У них один желтый. Давай, молодец, синий, тащи! Синий! Ну, ты успел все за меня сделать. Это... Давай, 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 да твою мать! И Кирочку, идем их убивать! Сейчас, сейчас... Че я сейчас сделаю? Тихо, 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 тихо. Нифига, у них есть Apple. Вот это у них из бронзы, офигеть. Ну золото тоже довольно прилично. Прям самую лучшую броню. Самый лучший меч. За железо. Откуда здесь появилась твою дивизию? Как она там появилась вообще? Появилась дивизию. О, черт его возьми. Откуда она там появилась? Тебя убью.
Да твою дивизию, как она меня убивает? Я убью все равно, мне пофигу, на что я пойду. Офигеть, ее убили. Ну, спасибо, пацаны, слушайте, реально, спасибо. Твою дивизию. Ой. Твою дивизию, я сюда без кирки спустился. Сюда есть какой-нибудь другой выход, или это чисто... Ты кто? Отсюда что, другого выхода нету? Блин! Блин, 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 блин. Зачем я сюда пошел без кирки, а? О, молодец, парень, он вот как решил сделать, но спасибо, у него, походу, тоже кирки нету. Ну, два золота, да мало, хочу 5 накопить. И уйти. Сейчас наберем 5 золота. Ну все, давайте сопаливать. Let's go. How. Погнали, ребята, к синим нашим. Еда сейчас нужна будет. Так. Заложим назад. Покупаем самый крутой мечик. Да, мы выиграли, ребят. Такой медленный, довольно. Быстро довольно выиграли мы их. Не... О, прикольно. Быстро, нужно бронза. Кидай, кидай, кидай. Да просто как нужно. О. Ням-н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 ям. Ура! Слушайте, довольно быстро мы выиграли. Я не знаю, почему так быстро. Ну, такие люди попались нормальные. Ох, так. Ладно, давайте еще одну битву сыграем. Давайте, погнали. Так что мы продолжаем. И опять эта карта только. Теперь она зимняя. То есть теперь мы сейчас играем зимой. Я пойду спрячу, чтобы на кровати полежать у нас, покажу. Блин. Что за... Эй! Меня чуть не закрыли. Давайте купим еды. Блоков. И конечно, кирочку, манашку. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Все, побежали. Мы себя первые, кто добрались, и у тех уже броня есть. Там вот здесь кто-то должен был тоже добиться. Ой, чуть меня сейчас вообще начало. Чуть заикиваться сейчас уже. Пока! Тихо-тихо-тихо. Пока! Не, где он? А, вот он. Муж, у меня сейчас своей палочкой отобьешь. Вот тебе фиг тебе. Тихо-тихо-тихо. Нифига себе их там! Пошел. О, там с мечом пацан пришел. Вот он с мечом, пацан. Ну, я же хочу вам сказать, что он с мечом. Давай, давай, давай. Нет! Нет! Ладно, шучу. Ну, бей, вот тварь. Часовореньком сейчас блоков закупим. Еды.
Откуда у меня... Окей, спасибо. А, я там же пробегал. Так, давайте. Ща купим бронику себе. Но сначала мечик. Прикольный такой, чтобы мочить их на раз. Нет, железо твою дивизию. Команды Йоу нету, прикольно. Тогда их успели уничтожить. Так, ну здесь, наверное, давайте уже 3 стали наберем. Купим хороший нагрудник. Средний такой. Так, давайте. Все, побежали. Конечно, побежали. Нужно сначала броню теперь купить. Офигеть. Так, раз, два, три. Раз. Два. Три. Все, теперь можно бежать. Положите добро. И бежать на все 4 стороны. Давайте здесь уже и сталь купим хорошую херочку. Такую нормальную, которая из тонны сделана, из тонна. Вот синяя твою мать, что вы здесь делаете, а? Я раз. А я два. Четыре. А я пять, шесть, семь. Восемь. 9. Синий пока там всех тащит, чисто для прикола. А, красный наш твою дивизию. Ты, блин, меня... Я чуть не... Че же снесу твою мать? Какую-то херню нес. Не понял даже сам какой. Так, на зеленых всех. Все люди на зеленых. Может, потихоньку пока прокрасть, пока там все АФК, можно сказать, стоят. Давайте потихоньку сюда. Все, я понял. Пошел нафиг отсюда, понял? Пошел нафиг. Куда побежал? Все равно убью, слушай. А, пусть пока бежит, дебил. Ай, тьфу ты, блин! Я попутал их. Твой дивизион все равно будет за мной бежать, тварь. Отвали от меня, отвали! Убей, я почти умер, ребят. Еще бы чуть-чуть бы и умер бы. Зеленый, пошел-ка ты нафиг, слушай. Достали уже такие тупые люди. Слушай, я уже не знаю, какой киев сделал. Все так для прикола. Киевы делаем. Так, сейчас мы уже туда пробраться. Ну, железа их них наверняка много, очень много. У одного есть уже меч. И нужно отвлечь его. Он за мной побежал, он за мной бежит. Че, он за мной не бежит? Так, чуть-чуть отвлекли. Вот нафиг пошел твою дивизию, сука. Железо сейчас, охренеть, они все железо спаскивали. Хотел уже материться. Что железа нету нормального. Давайте хотя бы какой-то меч купим, быстро купим инструменты и побежим ломать зеленых этих тварей, можно сказать. Нахрен пошел, понял, зеленый-то твою дивизию. Та, блин, меч. Что мне нужно вот это? Все, побежали. Главное не мешать мне. Чтобы я мог нормально пробежать. Тихо. Офигенно. А чувствую, что здесь другая кирка уже нормально, нужна нормальная довольно. Чё здесь стоишь, я не понял, а? Твою дивизию! Как?
Походу здесь не умеет наш персонаж прыгать. Потом мы падаем. Пипец. Еще на центр нужно сходить, одно золото забрать и кирочку хорошую. Прям не знаю, какая была. Нужно одно золото и купить хорошую кирочку. И кто там у нас синий, что ли? Зеленый. Ну, слушайте, ну... Молодец, зеленый спрыгнул вниз. Ладно, я с ним не буду драться, потому что хб у меня. Давай быстрее, золото капай. Твою дивизию, ну... Тварь тупая. Смотрите, со своей сталью мне нужно одно золото, твою дивизию. Твой девиз, что сделал? Давай, быстрее, Кир. Вот там золото, все, сваливаем. Хорошая кирочка есть. Травмат, я не знаю, просто круто. Сейчас проверим даже, как она будет вам. Твою девизию зелью! Желтый! Нет, 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 нет! Короче, пошите с. Такой киркой каменный. Твою дивизию. Да, было золото. И, блин, убивать сразу. Твою мать. Охренеть. Да было самое золото. Тварь тупые. Тихо, тихо, тихо. Пока афкашит пацан. Он, по-моему, афкашит. Быстро вот так вот заберемся, заберемся. Пошел нафиг! Пошел нафиг! Пошел нафиг! Быстро кирку, 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 кирку. Ха-ха! Пытаются сломать, пытаются. Да, 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 ну все. Офигеть. Ну, афкашит один пацан, можно уже бежать и убивать их чисто. Штупанули пацаны. Очень сильно зафкашил один из них. Но один все-таки туда приперся, но он, блин, без меча был. Почему у него железо было? Почему он бы не успел купить мечик и быстро убить меня? Ну, конечно, пацаны тупят. Ну, сейчас они... Сука! И кто стрельнул, твою мать? А, это зеленый. И что он сделает? Офигеть, у нас кирок теперь нету. Давайте быстро сделаем кирки. И пойдем опять. На синих. Теперь нам нужно... Это все он из этого... Ой-о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 й
Осва. Зеленый там сейчас гуляет, не знаю, зачем он был уже, я не знаю, умирать, наверное. О, успел допрыгнуть. Да-да-да, молодец. Офигеть, она сама спрыгнула.
Эта битва довольно долго идет. Не знаю, почему она долго идет и кто там. Вот этот реально тварь. Ты пошел ты с этим булыжником достал уже перепрыгивать его. Сучара, слушайте. А ты шо, блин? Вот зеленый диск вот сейчас на нервы. Офигеть. Да сейчас сломаем там все. Попытаюсь. Нужны блоки. Заметил меня, пацан. Не повезло сейчас. Кто там стоят? Заметил меня, пацан, это хреново было. Офигеть, что они там делают, вашу мать? Чё они бронзу не забирают-то? Столько бронзы, офигеть. Один сак я с собой возьму. Один сак. Так. Вот зелеными сейчас держат на нерву, поэтому я сейчас попытаюсь его убить чисто так. Нет, это твою дивизию, я же его мог бы убить, но почему я его не убил? Вашу мать, где все вещи? Где все вещи? Где каменные кирки? Нету? Офигеть, слушайте. Каменных кирок нету, где все сталь? Где вся сталь, вашу мать? Мне сейчас каменная кирка нужна, чтобы сломать. Вообще золотая нужна, ну и... Когда железо спавнится, все наконец-то заспавнилось. Покупаем быстро железную кирку. И валим их сейчас. Быстро нужно валить их. Конечно, зеленым иди сюда на нерву, но смотрите, сейчас начнет меня стрелять. Я боюсь его. Ну зато грин, я не знаю, как сейчас лоханулись. Пацан лох. Ну ничего, мы сейчас их сломаем. Тихо. Вот бы сейчас сработало, я смеяться. Давай, пацан, стройся ко мне, стройся, стройся. Блин, меня окружает тварь ебучая, блядь. Вот кому эти сраные нагрудники нужны? Короче, за золотом пошел. Второго вы можете, третьего это сделать, не можете. Твою дивизию скинули. Да пофигу, пошлите вниз, мне похрену. Я могу понять, что зеленый делает-то? Пытается выжить. Не, этот раунд вообще что-то долго идет. Подстава, пацан, это подстава, подстава, подстава. Короче, меня уже задувало, я иду на них. Чисто бегу. И убиваю их. Чтоб задолбали такие люди. А
Чё они никуда не идут, вашу мать? Пацан тоже нормально сделал, но я не знаю, зачем так делать. Не, ну, так можно тоже сделать, ну ладно, давайте так сделаем. Давай, пацан, стройся. Тут они так могут там сейчас нас ожидать. Но твою дивизию я почти добрался до их базы. Они меня скинули в наглую. Это наши стреляли. Ну стройся ты, блин. Да стройся! Пофиг на этих слабоумных. Что не сделать еще раз? Стройся, стройся, стройся. Тихо, чуть не упал. Типа, он убивает их, давай. Стройся быстрее. Я буду следить, как он строится. Вашу дивизию. Все, блоки закончились, я могу тебе дать. Твою дивизию я посрался уже. Да стройся, блин! Чё за... Забор! А, чё за фигня? Телепортировался сейчас только что. Я его не успел убить, твою дивизию. Ну как? Я весь в броне был. Повезло, ребят, сейчас. Сейчас чисто идем рашить, ребят. Рашить. Я деф? Кому он сказал? Так, ладно, го, убивать всех, то есть сейчас чисто мы уничтожаем двое зеленых и одного голубого. Твою дивизию. Ну все, остался один зеленый, потому что вы видели, наверное, как он там упал. Последний. Чувачева. У нас какого уровня оно? Да ну здесь еще железо заспавнилось. Давайте еще чуть-чуть подождем. Давайте сначала меч хороший купим. Твою мать. Нахрен не столько мечей. Наш напас 2. Так что же. Давайте еще чуть 2 слитка всего-то, ребят. 2 слиточка. 2 слитка, давай уже. Все, дали. Все, давайте этот положим сюда. Так, где у нас бронза? Вот она бронза. Сейчас купим себе броню. Да, ребята, я думаю, сегодня много видео довольно выпустить. Я не знаю, почему, но просто так захотелось. Давай, пошли, вашу мать. Чисто так для прикола. Давайте зеленого отвлекайте, ребята. Я пока подойду к нему и убью его. Он ОФК стал, молодец. Убил. Мы выиграли! Все, ребят, мы выиграли. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, подпишитесь. С вами был Алексей. Всем пока!